Всем привет, уважаемые мои подписчики, случайные зрители этого канала Mazda MPV, колхоз наше все. Сегодня будем проводить экзекуцию над издевательство над ТПС-кой. ТПС-ка у меня вот она. Она у меня старенькая, древняя, от прошлого двигателя. Новый ТПС, который я в свое время покупал, почему-то у меня начал выдавать неправильные показания. Я проверил, да, он скачет, поставил прошлую. Для того, чтобы отвязать ТПС вот от этого, от этих контактов, в свое время они у меня повредились, я решил сделать вот такой вот контакт на время. Ну, в общем, сделал, и сейчас я решил, вот время пришло, хорошая теплая погода, сейчас я решил, в принципе, это все модернизировать с помощью вот такого вот герметичного набора. Поставим клемму 3 на 3, маму, папу. Сейчас будем устанавливать. Берем в руки наш любимый инструмент, называется отвертка. Снимаем изоляцию и потихоньку будем откручивать все это дело. Получается так, что у меня все провода здесь помечены, какой под что и какой к чему идет. Самое интересное, что до вот этого контакта вот эти провода одного цвета, после него идут другого абсолютно цвета. Видите, на ТПС-ке они абсолютно другого, но они соответствуют тем, которые здесь установлены. Так, откручиваем контакты. Двигатель теплый, на улице тепло, 0 градусов. Недавно приехал с поездки. Вот они, три проводочка на ТПСе. Три проводочка на самой линии. То есть зеленый к зеленому у меня помечен. Черный, красный. Красный-синий. Вот такую фишку будем устанавливать на это место. 3 на 3. Дует ветер. Наверняка слышно это в микрофон. Первым делом нужно натянуть вот эти обоймочки. Плохо, конечно. Черный, красный натягиваем. Так, коричневый. Так. Прекрасно. Угу. Теперь что нужно сделать? Теперь нужно сюда поставить сами пины. Я так полагаю, что пины будем ставить вот эти. Один отдаем. Так, дело это, конечно, хорошее, но вот сделать это, е-мое, качественно, это еще тот вопрос. Так, солнышко заходит, блин. Так, ну что, пробуем обжимать. Так, один пин готов. Теперь делать второй пин. Почикали.
Второй пин сделали. Сейчас третий будем делать. Хорошо. Теперь их нужно запихнуть. Запихиваем по очереди. Красный, белый, зеленый. Угу. Красный защелкнули. Белый. Защелкнули. Фу, зеленый. Защелкнул. Отталкиваем. Этой резиночкой заталкиваем. Красная самая капризная, потому что самая толстая. Так, теперь делаем папу. Подрубаем. Теперь самое главное не перепутать цвета. Сначала красный. Потом белый. Белый. Теперь зеленый. Вот так. О, поставил одну. Потом посередине белое. Короче, вот этими контактами ставим внутрь. Она защелкивается. И зеленая крайняя. Так, все поставил аккуратненько, хорошо. Теперь резинки уплотняем. Вторая. И аккуратненько третья. Уже солнышко садится, но сейчас закончим. И вот так. Вот. Все. Получается. Зеленый, белый, зеленый, белый. Вот эту штукенцию садим сюда, чтобы она. Все. Вот, вот так, вот так. Теперь пробуем. Вставляем. Все. Защелкнулась. Хорошо. Вот так у меня получилось. Сейчас попробуем завести автомобиль. Посмотрим, есть ли ошибки. Три контакта, все должно работать. Хорошо трясется, работает вроде как тихенько. Здесь вроде половина масла, нормально. Сейчас посмотрим, как переключается, будет ли ошибки выдавать или не будет. Ладно, закрываем. Идем. Садимся. Ой. Холодно, все, солнышко садится. 4 ВД, потому что лед у нас. Сегодня было плюс 4, но сейчас. Так, ошибок нет.
что не горит, это хорошо. Ну, единственное, АБС-ка, но АБС-ка давно горит. Это нормально. Так, все, разворачиваемся. И поехали до дома. Так. Вся экзекуция у нас заняла 35 минут работы. Поставить трехконтактный маму-папу. Все, едем домой. Все нормально, все хорошо. Кстати, поставил датчик тахометра, который у меня стоял на предыдущем двигателе. Давно он у меня там валялся, лежал, в общем. И, в принципе, я жаловался на то, что у меня датчик тахометра постоянно почему-то падает стрелка. А вот сегодня я проехал километров 100, стрелка ни разу не упала и ни разу не отработал у нас, получается, холд. Потому что при том, что когда неисправен датчик тахометра, холд загорает, чтобы вам было известно. Все, едем, время 18, солнышко, прекрасно, хорошо. Погода изумительная. Такой лайфхак. Кому интересно, кому нет, кто смотрел, тот молодец. Можете ставить лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев. Я упростил систему, потому что, ну, реально там получается так, что провода уже изжили свое, а полностью всю вот эту кассету проводов, да, которую маму-папу не хотелось менять, а взял, поменял, именно прирастил к самому ТПСу эти три проводка. 3x3. Ну и, соответственно, будет даже, скорее всего, мне легче замерять напряжение на ТПСе. Сейчас у меня, по-моему, там где-то 0,96 стоит. Переключается коробка. Ну, пока мне нравится, как переключается. Почему на 4WD? Потому что везде лед. Посмотрите, видите, да? Везде лед. Вот сейчас я здесь припаркуюсь, только благодаря тому, что у меня 4WD включено. О, юзан пошел. Так, сейчас мы немножко на выезд встанем. Льды, конечно, здесь такие серьезные. Прям конкретно. Ну все, заканчиваем свой комментарий. Еще раз ставим пальцы вверх. Всем до встречи, всем пока. Так, пошли домой. Угу. Все, пойдемте домой. Так, вот он, наш автомобиль, стоит прекрасно, ездит, катается, все нормально, все хорошо. Сейчас вы видите машину, которая простояла практически всю зиму на этой парковке. Здесь вот вдоль тротуара, здесь льда просто немерено. И вот эта машина уже, в принципе, начала тонуть. Начала тонуть, и у нее колеса уже там приросли во льду, вросли полностью. Даже вот кто-то подписал, прощай называется. Все, и вот там даже кусок льда, насыпанный вместе со снегом, еще, наверное, пару месяцев назад. Вот такой вот Шевроле, который, наверное, только по весне попадет. Да, плохо, надо было сюда поролончик поставить, чтобы ветра меньше было слышно. Но микрофон именно в этой камере просто замечательный. Мне нравится. Заходим до дома. Ну что ты, что ты летаешь? Что? Обязательно поорать надо, да?